ребята, давайте чуть-чуть. Ура, ребята, мы сбежали из тюрьмы. Наконец-то свобода. Быстрей, быстрей. А, машина не едет опять. В чем дело? О! Фу, ха-ха-ха. Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. И сегодня мы поиграем вот такую вот замечательную игру под названием Roblox Побег из тюрьмы. Ну что ж, давно меня, ребятки, не было, но были на это причины. Не мог снимать новые видео из-за проблем с оборудованием. Ну а теперь проблема устранилась, и мы... Чё ты сел-то? Вставай. И мы снова... С вами будем вместе. Так, давайте побегаем. Если честно, ребята, это меня попросил один из моих подписчиков, чтобы я поиграл в эту игру. Потому что я никогда до этого не играл в Roblox. Так что, если что, ребята, подсказывайте, пишите в комментариях, что я делаю неправильно или что мне вообще нужно делать. Потому что я ничего не понимаю. Мы можем вот так вот, короче, ползти, прятаться от кого-то. Можем. Так, ну что ж, я так понял, нам нужно выбраться отсюда. Нужно выбраться отсюда. Найти наши документы надо. Нам. Уничтожить наши документы. Нужно взломать сейф с документами. С документами. Давайте вот побежим за чувачком, за этим. Может, он подскажет нам. Давайте... Может, он нам подскажет, что нам нужно делать? Так, я так понял. Так, вертолет. Нет, нет, нет. Что-то он не то делает. Так, ребята. Так, 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 так. Сюда надо ударить. Чтобы открылись ворота. Да? Или нет? Ребята, я не представляю даже, куда нам идти. Ой, ребята. Ребята, мы угнали полицейскую машину. А как ехать? Я сел в нее, а ехать как не знаю. Кто-то на вертолете уже улетел, а я... Эй, а как на машине ехать? Камера. Ребята, все кнопки я нажимаю. Не знаю, как ехать. Вон ворота уже открылись. А машина... ребята, полицейский. Полицейский сейчас меня выкурит. Выкурить и застрелить. Ребят, ну я думаю, вы меня простите. Все, мое время вышло. Все уже поубегали из тюрьмы. Один я здесь остался. Но я не знаю, как ездить на машине. Реально не знаю. Буду убегать пешком, потому что... Ой-ой-ой, по мне стреляют. Как он открыл ворота эти, ребята? Он же как-то их открыл, вы помните? Они же как-то открылись.
Здесь второй был чувачок, который мне помогал открывать ворота. Вот это я ввязался на свою голову. Так, я так понял, эту машину надо покупать. Ладно. Поскакали дальше. Ой-ой-ой, так. Ну что же тут делать, а? Я прям не могу. Как-то надо удрать из тюрьмы. Так, это что? О, ребята! Наконец-то машина едет. Вот какой от этого толк? Везде закрыто. Ребята, мы угнали реально полицейскую машину. Ребята, меня арестовал. Арестовал какой-то Бэтмен непонятный. И мы начинаем все сначала. Так, ну что ж, в этот раз мы давайте попытаемся сделать более какие-то больше приколов каких-то. Из побега из тюрьмы. Так, на самом деле Roblox мне очень игра, ребятки, понравилась. Так что, в принципе, я буду в нее играть в разные части. Вы комментируйте, какие игры вы хотите увидеть на моем канале. Я буду в них играть, будем вместе проходить. Также хочу напомнить, ребята, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Вам это не сложно, а мне приятно очень. Поставьте пальчик вверх, а также оставьте любой комментарий. Я с радостью отвечу на него. Так, это у нас столовая. Мы здесь уже были. Так, это у нас непонятно вообще что. В общем, какие-то офисы здесь. Давайте отсюда будем выбегать на улицу. Так, нам нужно бежать туда. Ай-яй-яй, я не успел. Он сейчас мою машину украдет. Я ее хотел забрать. Ай-яй-яй, они уже сели в машину. Но ничего, далеко они не уедут. А, опять не заводится. А в прошлый раз заводилась. Да, ребят, я что-то не понял-то. Открылись ворота. Как у него получилось открыть ворота? О, ребята, давайте чуть-чуть. Ура, ребята, мы сбежали из тюрьмы. Наконец-то свобода. Быстрее, быстрее. А, машина не едет опять. В чем дело? Хотите сказать, что это все, что я проиграл, и мне пешком придется бежать, ой-ой-ой, как далеко? Ну ничего,
Ничего. Так, дорогие друзья, этот выпуск подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство, с вами был Юра. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх и оставляйте комментарии. Так, в следующий раз, я думаю, мы с вами уже поиграем в какой-нибудь другой Roblox или, может быть, в этот. Посмотрим. Ну что ж, дорогие друзья, до встречи. Пока-пока.